России важен каждый ребенок. Так называется новый проект «Единой России». В конце 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает комплекс мер по поддержке семей с усыновленными детьми, повышению качества жизни сирот. Многое в решении сложных вопросов зависит от работы местных властей. Некоторые регионы уже приступили к разработке системного подхода к решению задачи. В Чувашии определен координатор проекта и создана рабочая группа. Первое выездное совещание партийцы провели в Чебоксарском детском доме-интернате. Прежде чем сесть за круглый стол, чтобы обсудить проблемы и пути их решения, участники проекта посмотрели, в каких условиях воспитываются дети-сироты, а заодно выяснили, в чем еще нуждается детский дом. До сих пор существует стереотип о плохих условиях, где детям зачастую не хватает элементарных необходимых вещей. Здесь они разрушались на глазах. Современный детский дом наполнен нужным оборудованием, игрушками, мебелью и заботой воспитателей. Кружковые занятия по фотоделу, уроки рисования, даже изучение английского языка. Детям доступно многое. Это, я думаю, что один из лучших, наверное, у нас в республике. И с учетом того, что у нас в республике стартовал партийный проект. И мы, конечно же, хотели посмотреть все, что лучше у нас в республике сегодня имеется. Будем выезжать и в другие, соответственно, подтягивать на этот уровень. Вот. Ну и, соответственно, если в силах какую-то помощь, реально, все равно проблемы есть, наверное, да? Не без этого. Будем вместе рассматривать и как-то принимать положительные решения. В Чебоксарском детском доме среди воспитанников нет малышей, их усыновляют, забирают в приемные семьи. Возможно, поддержки, которые начинают оказываться семьям, удастся сократить количество детей-сирот, надеются члены партии. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.